Сторонникам клипового мышления здесь делать нечего. Листайте дальше. Самое сложное в систематических пробежках – это, собственно, я прихожу сюда на поле школьное. Здесь круг 200 метров. Самое сложное – это, конечно, настроить себя на то, что тебе нужно 25 кругов пробегать. Обычно я себя настраиваю таким образом, что первые 13 кругов я считаю в плюс, то есть от 1 до 13. Типа, вот я такой молодец, 2, 3, 5, 13. Потом в обратную сторону начинаю считать. То есть дохожу до 13 и уже осталось 12, уже осталось 10. Вот. Одна из сложностей еще систематического бега — это найти свой ритм. Я стараюсь бегать таким образом, чтобы не дышать ртом. То есть стараюсь такую скорость уловить, чтобы вот мне хватало чисто носом дышать. Ну не знаю, это чисто. 25 кругов, это 5 километров за, ну можно сказать, за 45 минут. Вот такая средняя скорость была. Еще одна особенность систематического бега — это начинает болеть все, что может болеть. У меня, например, правое колено вверху. По идее, это нормально. Это как только добавляешь немножко нагрузки, начинают вылазить всякие неприятные вещи. Но, как показывает практика, оно проходит со временем. Вот, и, наверное, в этом прелесть систематических пробежек. Это не только побегать, подышать, но и, собственно, прокачать свое здоровье, поднять. Еще из плюсов могу отметить поднятие общего тонуса организма. То есть становится так словно легко все. Единственное из минусов — это то, что конкретно в моем случае нужно себя заставлять и нужно под это время выделять. Вот 45 минут пробежка. Плюс это еще потеешь, тоже время отнимает, надо прийти, там душ принять. И еще одно — бегать с музыкой или без. Ну, вроде как с музыкой проще, но иногда мне хочется просто в тишине побегать, чисто послушать свой ритм своего сердца.